краски, различные цвета, способ их нанесения на холст или на другую текстуру – это божественный процесс. Это такое вдохновение, это полное раскрытие себя как творца. Иногда мне нравится рисовать деревья, иногда мне нравится рисовать геометрические фигуры. Любая картина – это поток души. Это поток, который сам проявляет себя через мои руки. Мне очень нравится рисовать мандалы и начинать изображение с точки в центре квадрата. Это такой сакральный ритуал. Например, зеленое, как сердце, черное, как мандала бесконечного космоса. With these faults and you make me a baby, faking a movement by no one.